Ребята, всем доброго времени суток. В этом обзоре хочу поговорить о проекте EdgeCoin. И давайте разберемся, что же он из себя представляет. Итак, EdgeCoin является глобальной защищенной системой для платежей. Также здесь есть возможность стейкинга. И вы можете получать до 34%, что, соответственно, является очень-очень хорошим показателем. Также мы видим, что сейчас заблокировано 44,5 миллиона, даже чуть больше, что, конечно же, является огромной суммой. И если посмотреть по графику, то постоянно данное значение росло. И, соответственно, мы из этого можем сделать вывод, что проект развивается, растет и привлекает много новых людей. Также они совсем скоро выпустят мобильное приложение. На момент записи видео осталось 13 дней примерно до запуска приложение в Google Play и App Store. Далее, что еще тоже важно? Важно, что вы можете автоматически получать EdgeCoin, соответственно, при хранении EdgeCoin. И более того, естественно, что вы при этом входите в DeFi Market. И, как вы сами видели, там очень хорошие условия на данный момент, потому что все равно проект еще молодой. И там нету прям супер огромного числа людей, как на других, соответственно, платформах, и это как раз таки наш шанс с вами заработать максимально высокие проценты. Теперь, какие шаги вам нужно пойти? Прежде всего, это установить и зарегистрироваться, установить приложение имеется в виду, а далее сделать, собственно говоря, покупку ваших EdgeCoin'ов и, соответственно, при этом EdgeCoin далее положить в, собственно, сам стейкинг. Ну и далее, почему же именно EdgeCoin? Прежде всего, это мгновенные транзакции, это очень быстрый и стабильный коин, также это глобальная защищенная система, также мы понимаем, что система автоматизированная, и, соответственно, это возможность использовать стейкинг. То есть это, еще раз скажу, стейблкоин, да, то есть те, кто, может быть, не понял, стейблкоин, и, по сути, это аналог, допустим, того же Tether, Binance, USD, USDCoin и многих других проектов. Вот, что еще тоже важно, что у них всего выпущено 10 миллиардов монет. Тоже, наверное, эмиссия имеет значение. Вот. Далее дорожная карта данного проекта. Тоже ее видим, что проект появился довольно давно, еще в первом квартале 2017 года. Далее, соответственно, у них были, собственно говоря, различные нововведения, в частности, это создание веб-сайта, написание white paper, создание смарт-контракта, вот. Ну и далее это, естественно, уже выход на биржи и, собственно говоря, дальнейшее развитие, можно сказать, экспансия по всему миру. Далее видим команду данного проекта, команда тоже довольно большая, советую с ней ознакомиться более подробно, здесь есть везде ссылки на их профили в LinkedIn, сможете перейти и посмотреть про каждого из людей.